Из политики ушел в «Газпром». Первый заместитель губернатора области Алексей Конышев сменил место работы. Теперь уже бывший вице-губернатор накануне вступил в должность генерального директора компании «Газпром газораспределение Владимир». Информацию официально подтвердили в пресс-службе компании. 31 октября нового руководителя представили коллективу, после чего Конышев приступил к работе. Напомним, Алексей Конышев – один из немногих чиновников, которого Светлана Орлова сохранила из команды губернатора Виноградова. При Орловой он занимал пост первого зама губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, а с 2016 года первого заместителя губернатора по промышленности и экономической политике. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, кто теперь займет пост вице-губернатора, станет известно на следующей неделе. Наиболее вероятный претендент уже определен, пока его имя не раскрывается. Сейчас кандидатура находится на согласовании у главы региона Владимира Сипягина. Пока назначен временно исполняющий обязанности вице-губернатора. Администрация, в первую очередь, хочу сказать, работает в штатном режиме. В документах все предусмотрено для того, чтобы ситуацию невозможно было дестабилизировать. И согласно приказу о распределении обязанностей между губернатором и его заместителями, да, обязанности Конышева Алексея Владимировича, да, будет исполнять Кузин Вячеслав Павлович.